катапультировались из теплого автобуса в лес, который на берегу реки Лелубы. Река будет впереди. А это лес. Морозик. Такой приличный морозик. И вот сейчас по этой дорожке, по которой летом идем в ожидании прекрасных купаний, а сегодня предвкушение солнечного берега. Небольшой, совсем небольшой снежочек. А он так этот снежочек, он смотрится, вот как будто какая-то сахарная пудра. Как будто сахарная пудра рассыпана на какие-то печеньки. А сухие листики как будто печеньки. А вот любимый куст. Как-то такой маленький платочек застрял. А любимый куст. Он обычно весной покрывается прекрасным маленькими листиками зелеными и цветами. А сегодня он весь запорошен. Как будто тоже немножко-немножко сахарная пудра рассыпана какой-то кулинаркой. Сегодняшней кулинаркой она рассыпала сахарную пудру вот на эти печенюшки. Наши листики. Они должны бы хрумкать, как хворост, который когда-то был очень в моде. И хозяйки любили его готовить. Тоже его с удовольствием ела, но сейчас он уже не в моде. Как сейчас принято говорить, не в тренде. Вот синева наши листики. Ну что, тоже экзотика. И повезло, обычно ноябрь-то не жалуют солнышком. А вот сегодня пожаловал солнышком. Любимый куст. Ну как пройти мимо? Не пройдешь мимо. А вот идем по этой. Вот она как залита. Синевой, синевой, синевой. Залита дорожка. Синее небо. Чуть-чуть как бы какие-то напоминания. А вот-вот все-таки дождемся весны. Но тоже красиво. Мы фанаты. Просто фанаты нашего леса, наших лесов, нашей Прибалтики. Мы фанаты. Хочется не пройти мимо этой сосны. Она покрыта роскошной бирюзой. Это же бирюза. Ой, настоящая бирюза. Что может быть красивее вот такой натуральной бирюзы? Сосна оделась с этой северной стороны, чтобы ей не мерзнуть. Обычно покрывается вот такой бирюзой, мохом дерево с той стороны, где север, чтобы ему не мерзнуть. Тоже одевается. Сейчас скоро дойдем до реки, и будет река. Вот так идем. Такая вот дорожка. Воздух чистый. Всякие мыслишки. Такие достаточно невинные, прелестные. Поскольку столько было деньков. Ну, и таких как будто не расцветало. Но тоже оригинальная экзотика. Вот еще один куст. Вот на нем так и остались листочки зелененькие. Тоже когда-то весной брызнет силой своей зелени. И вот идем. Такая красота. Тени синие. Тени, тени без конца. Ряд волшебных изменений милого лица. А это уже фет. Так и бегают строчки стихов. Ну, скоро выйдем
реке. А это опять столько сахарной пудры и столько вкусненьких хрумчиков, как будто хворост. Хворост, который когда-то очень любила в детстве с горяченьким чайком. Но сейчас уже все. Сейчас уже в моде другие сладости, другие блюда. Так жизнь, она и сменяется всякими настроениями нашими, всякими желаниями.